Здравствуйте, друзья, по канале Симрейсинг, на канале Симрейс. Сегодня этот... нас... соревновательный компетишн, соревновательный сервер в Нюрнберг-ринге. Вроде... новый сетапчик взял. И на нем я... показываю время, как у меня было раньше, даже немножко быстрее. Здесь мне могут помешать. Их надо отпустить, чтобы не помешали. Резина перегрета. Oh.
мешает. Car on the right. Clear on the right. Сюда? Правые колеса. Так, мне нужно срочно резину настроить, это не знаю. Пока все хорошо, ребят, пока все хорошо. Мы на поле с достаточно большим преимуществом. Так, настройка. 4. Здесь. 1, 2, 3, 4. Здесь. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Так, топливо у нас 60 литров. 60 59. Так, пусть будет лучше с запасом. Главное, чтобы не перегрелась резина. Сейчас целый круг это ехать, это капец. И главное, чтобы не завал. Завал это вообще жестко. Так, мы доминируем достаточно большим преимуществом. Это хорошо, могли бы и больше. Я могу еще на секунду быстрее поехать. На секунду. Так, 30 секунд. Квалификация. Это лучший сектор, да? 20 вот здесь. Но на целую секунду. Угу. 20 секунд. 20 секунд. С резиной это будет, она остынет же, блин. Капец. О, что-то опять облачность там. Going single file.
Что, темнеет, что ли? Темнело, все-таки потемнеет, все начинается. Я нигде не могу ориентироваться, теряешь сразу, блядь, все. Остывает, ёлки-палки. На холодной резине там как бы завал, наверное, случился. Запросто. Чё? Все, нормально пока. Вот это.
преимущество. Хорошо резина стала. Справа побольше перегревается. Так, все, аккуратненько, аккуратненько. Yellow flag in sector one. Концентрации какой-то все время ехать, да? Темнеет.
секретом или каким. Намного хуже вот этот круг, резко причем. Я думаю, вот это... Нет, ну, значит, 3 десятых. Тут тоже сойдет. Очень сконцентрировано время.
облизываем, облизываем, облизываем. Хорошо, облизываем.
хорошо делает. До конца у нас преимущество 9,5 секунд.
ехать спокойненько, потому что... Зачем рисковать, когда у тебя преимущество? 16 секунд. Более секунды уже на себя проигрываю. Leader, bring it home. Прежний.
There's a slow car ahead. Excellent job, man. What a race. P1. Bring it back home safely. Секунду на круге средним я вез. Ну что, прекрасно. За боксы. Надеюсь, полтора всего было. Ладно, ребята. Так, давайте посмотрим повтор. Как там на старте вот у нас было. Ой, что это? Разгреваем. Едем, старт. Это старт. Тут со мной поравнялся. Тут на холодной резине было очень. Пытался мне первых тут прессинговать. Дальше я от него просто уехал. Тоже большой шлем. Так, что там подальше? Дальше уже сильные камеры. А, все. Все, ладно, ребят, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь.